Ой, я закрыла, снимаю и закрыла. Посмотрите, какая у нас красивая прическа. Лакуся, подойди, пожалуйста. Подойди, пусть на тебя люди посмотрят. Какая ты теперь красивая. И что этому предшествовало? Я люблю, чтобы у моей собаки были длинные волосы. Выставочный вариант. И у нас случилась неприятность огромная. Да? Покажись. Видите, лысинки, если видно. Наш активный друг испортил нам прическу. Во время игры я их оставила на 2,5 часа. И у нас произошла вот такая неприятность. Ужасная. Когда я пришла домой, кроме того, что все было стащено на пол, перемешано по комнатам все. И она была одним сплошным колтуном. Но я от шока не сообразила это все заснять. Все это безобразие, в котором она находилась. И мы вызвали чудесную тетю Таню, волшебницу. Она приехала и нас спасла. Буквально спасла. И теперь мы белобрысые. У нас цвет триколор шелк. А теперь мы белобрысые курицы. Устала девочка. Стригли, ходили. Ну покажи себя, покажи, покажите. Посмотрите, какие у нас теперь лапки. Я всегда любила вот так выстриженные лапочки. Очень удобно за ними ухаживать. Да, и глазки нам выстригли. И пузочка нам выстрелили. Это у нас тут родиночка, я помню. Да, и теперь у нас такой животик лысенький. Красивая мордочка у нас, да, вот так. Пузочка будем чухать пузочка. Моя милочка. Глазочки нам подчеркнули чуть-чуть. Мордочку выровняли, ушки выщипали. Тетя Таня выщипала ушки хорошенько. Да, Лаки все терпела. Да, но я и сама выщипываю, но я... Из стрижки что я делаю? Поправляю ушки, убираю животик и лапочки. Мордочку я не умею оформлять. Я могу только кончики ушек поправить. А это нам прям сделали, гляньте. И спасли нам то, что лысинки тут вырвались у нас от колтунов. И все нам спасли и предложили сделать вот такую шкурочку красивую. Вот так, да. И мы теперь в ображуйке. Покажи мордюлечку, покажи. Ой, моя хорошая. Все, всем пока. Всех целуем, обнимаем. Если дончане кто-то захочет в центральные районы, обращайтесь к нашей тете Тане Кудеснице. Вот он, виновник. Вот он, виновник. Шкоду нам сделал и переживает теперь, да? Да, скажи, не надо было нас оставлять надолго, да? Да.